Каролина, ну давай. Иди тогда туда, будешь бегать. Где мама или папа? Кто у тебя? Папа. Давай, Каролина. Каролина, Каролина. Внимание. Хорошо. Да, хорошо. Ну давай еще короче дистанцию. Давай, внимание. Внимание. Хорошо. Вот так, молодец. Так, а ну назад так же. Чуть-чуть дальше назад попытайся еще, больше назад. Каролина, сколько тебе лет? 5? Будет 6? 5,5 сейчас, но я прямо. 6, значит 6, держи. Мяч старайся бросить как можно дальше. Разогни руку и брось. Так, еще раз. Давай, ничего, ничего, не бойся. Вот так, хорошо. Давай. Давай, поймай мячик, чтобы он не упал на землю. Ну давай. Чтобы он не падал на землю. Хорошо? Давай, бросай. Не, мне бросай, мне. Так, давай. Чтобы он не упал на землю. На пол, чтобы не упал. Понятно? Давай, бросай. Так, хорошо. Вы сами смотрите, я смотрю. Можно, если для себя хотите, чтобы человек, ваш маленький человек, стал лучше в физическом плане, можно начинать. Скажем так, каких-то перспектив на Уимблдон я пока не вижу. А дальше будем посмотреть, как говорят. Записывайте. Так, тебя как зовут?